Привет всем любителям королей крестоносцев третьих. Но давненько мы в них не заходили, собственно, сиделись мы в этой Европке вашей проклятой. Так вот, для тех, кто, возможно, не помнит, для тех, кто, возможно, не в теме, нам, в принципе, наши цели сейчас это только рашить по технологиям. И это мы вообще сделаем довольно-таки не скоро, потому что у нас тут куча, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И только один анагр, который уже наполовину исследован, мы 11 лет будем исследовать, изучать, то есть. И с навыком, это все, с навыком 30, что просто вообще бомба навык. Я бы сейчас немножечко потише сделал игру, ну вот так вот сойдет. Так вот, чем нам заниматься во время того, как у нас будут прокачиваться техи? Мы можем пойти сгонять, тупо побыть немножко бандитами, посмотреть, допустим, кто здесь из феодалов есть. Рядом никого. Из феодализма, что это такое красное? Что это? Республика, да? Республика. Теократия вон есть. Так вот, феодализма можно поплыть куда-нибудь, пограбить тут земельки, тут в Англию сгонять, чисто по стопам викингов, заработать себе тупо денег. Зачем? Ну, а деньги как бы лишними не могут быть, правильно я понимаю? Правильно, конечно. Так вот, у нас тут есть несколько решений. Давайте, например, в паломничество сгоняем. Хотим мы это сделать? Наверное, хотим. Все-таки плюсик. Так, католическое паломничество. Давайте сгоняем... Куда мы ходили? Мы в Кёльн, помню, ходили. Давайте в Иерусалим тупо сгоняем сейчас. Хо, пора в дорогу, ребят. Когда святой Иоанн плачет, даже во время паломничества жрецы служат мессы по воскресеньям, когда поблизости нет церквей, служба проходит под открытым небом, но с утра разверзлась буря. Я помню эту. Безумие, шатер. Нет, мы болезни не хотим получать. Нам как бы, между прочим, 63 года, и здоровье неплохое. 63 года, бабки. Грубость. Я прохожу мимо костра и слышу, как один из моих... это я все помню. Блин, что, одинаковое все, что ли? Получите ужаса. Разнообразный спутник, это что? Плюс мнение, ну давайте плюс мнение. Хотя уровень стресса у нас такой неплохой, да? Прибытие. Решительный паломник, ну здорово. Здорово, благочестие плюс. За каждого рыцаря. Фу. Догмат вашей конфессии. Вооруженные паломники. 625 плюс. Истовая вера, на секундочку. Воплощение добродетели, это самое верхнее, да? А нет, добродетель для продолжания еще есть. Не, ну пред топ мы сейчас по религии. Зачем нам это, я не представляю. Давало бы это хотя бы бонус к тому, что мы типа быстрее перекрещиваем провинции, хотя нам это, этим тоже вообще надо так-то заниматься. Хотя мы так неплохо, смотрите, почти всю виделистскую эту религию искоренили. Правда, тут еще независимое государство есть с виделистской религией, но это чисто будут пережитками прошлого. Ё-моё, какой у нас архиепископ крутой, восьмерочка, плохо. Ой, друзья, красавчик архиепископ. Какие-то личные происки, влияние. Что такое влияние? Это отношение плюс? Ё-моё, я ничего не понимаю. Я ничего не помню. Так, кто там не хочет стать, допустим, этим лекарем, может быть? А, все в говне. Все такие себе, все лекари. Ну вот, десяточка есть лекарь, да? Самый лучший, что есть. Плюс стресс. Ну, естественно, у нас паранойя, у нас плюс стресс. Уровень стресса плюс. Клара, подруга. Так, можно тебя назначить врачом? Ты у нас знание брода. Брода. Пресекает, не теряя преимуществ в смысле. А при чем тут, типа, вилы? Доска? Я думал, это что-то, типа, знание сброда. Типа, крестьяне, все дела, знание причинной местности, логист. Тю. А ты, случайно, не хочешь уберегом стать? Придворный врач. Нервные эти. Светлейший дождь больше не друг. Вы обратитесь в несторианство. Осмелеть, вы все еще спасти стресс. Ну, не друг, пускай не друг, что? Какая разница? Дош, он как бы сидит где? Паломничество, возвращение. А, мы еще не вернулись, понятно. Возвращение. Что-то, мне кажется, немного эта бабка проживет, хотя здоровье неплохое. Для 63 лет здоровье неплохое. Как ты, наш наследник игрок, кстати, а кто это? Управляющий. Ты кто? Полимонайтесь. А почему он наследник? Я не понимаю, как это считается все еще. У нас сын не он. Видимо, он самый влиятельный, что ли.
Ну, типа, ладно, ему сколько, 22 года, он хороший, это, миловидный. Я тут посмотрел перед записью, как я привык, в решениях можно, типа, усилить династию, и нужно какие-то вот такие вот штучки. Свойства. Светлые умы, прелестный персонаж. Он, наверное, прелестный персонаж, да? Но это не написано. Физическое свойство просто, да? Свойство образования, свойство личности. Видимо, это тут должно писаться, я что-то не понимаю, да? Сильная кровь. Маленький бонус. Здоровье. Рожденное свойство. Новый хороший плюс... Сколько процентов, простите? 40 тысяч процентов. Врожденное свойство, новый хороший. Ха. Так вот, ну это нам об этом нельзя думать. Вот феодализм, к чему мы стремимся. Инновации племенной эры. Эры. Что еще можно? Пир устроить, как бы денежки плюс. И охоту потом можно созвать. Давайте во время пира веселая компания соберемся. Соберемся и нападем на Франкию. На Франкию. Давайте, где у нас это? Ой, давненько я этим не занимался ничем, ничего не помню, честно. Для налета войска подготовим бенч. Ребята, здрасте. Спасите людей самих себе. Объездка. Что? Я читать не буду, это слишком долго. Зеленый пир. Про стресс-то минус. Прикольно. Блин, почему так громко? Я типа что-то не так делаю. Окончание пира. Плюс это. Ну все, хорошо. Че, так быстро пир закончился? Серьезно? Давайте еще охоту тогда, что? Опа. Так, ребята, вы сейчас возьмете, и налет через море невозможен. Проблема, если налет через море невозможен. Возможно, это викинги умеют. Это и будет особенность в этой игре. Ну, почему это налет через море невозможен? Неплохую сумму. Убийство зверя. Что? Кто-то получит мнение. Зверь, нет, божество в зверином обличье, словно вышел из легенд. Благородный олень таких размеров встречается, наверное, лишь раз в жизни, когда животное удалось ранить. А за ним пришлось еще гнаться полдня. И даже его безжизненная туша представляет свое величественное зрелище. Неплохая сумма денежки можем получить. А, внук, прекрасный подарок. Вождь, кто это, Людас? Это наш наследник. Прекрасно. Папа обрадуется такому... Папа Луций Второй. Так. Так, а есть ли смысл нам... Ну, давайте Папе Римскому отправим. А есть ли смысл в этом? Был ли в этом смысл? Так, Папа Луций. Чего я тебе могу получить? Претензию можно купить. А, претензию на Папу Луция? Не-не-не-не-не-не. Или мы можем? Нет. Купить религиозный титул. Понял. Нельзя претензию. Так. Роман... Подопечный, попросить золото. Не согласен. Давай попробуем роман с Папой Римской заключить, а? Нормально? Начало происков, прекратить влияние. Ну пускай 70%. О, сейчас будет тупо роман с Папой Римским. Мама родная. Здравствуйте. Следовать интуиции. Ну что, интуиция так интуиция. Признание в любви. Я заканчивал последнюю строфу. Свеча едва теплится. А прежде чем отправлять стихи, я еще раз перечитываю их. Твоя ласка, словно звезды небесные. Я очень хочу не расставаться с тобой. Бездна твоей любви. Я узнаю? Ты затмишь самого Аполлона. Ожидание невыносимо. При мысли о том, что меня могут отвергнуть, у меня сводит живот. Романтично. Когда приходит его ответ, я дрожащими руками срываю с него печать. Я хочу обнадежить вас, мой сюзерен, но от души благодарю вас за чудесные слова. Искренне ваш Луций. И чё? Продолжается. Но, видимо, не все так плохо. Он нам сразу не сказал, типа, иди там прочь, вон отсюда. Так что, 17, нормально. А, тут уже пишется, сколько добычи за налет. Точно, я про это забыл совершенно. Так, хопа, поехали. Нормально, ребята. Ты как там? Грабишь? Грабим, тю. Ой, что-то там по три монетки, все, по ноль монеток. А оно же разграблено, да? Ну, блин, да. Ну, давайте вот это, Польшу тупо грабить, блин. Ученость, новая ученость. Значит, что мы тут хотели прокачать? Здоровое тело у нас готово, ученость готова. Давайте в теологию пойдем, а что нам остается? Что это нам даст? Ученость... Благочесть. Но все-таки ученость, оно и есть ученость. Полезная штука. Ой, мы что, в какую-то битву ввязались? Ё-моё! В смысле? Да, победа. Нормально. Неприличный запах. А, мне удалось приглашение на пир.
Доброта модификатор. 67%. Ну-ка. Хопа! Ну да, вроде получилось. Прикольно. Так, что тут? Могут пожениться. Ну давайте, что? Материальный брак? Не получится. Ну, с кем-то тут мы поженили. Дочь, внучку, кого угодно. Угу. Ну давайте что, возвращаться? Что там, не остается ничего. Мы особо не награбили ничего. Придворные интриги. Мой тайный советник произносит печальные новости. Кто-то строит козни. Их цель — муж. Что? Это наш муж? Ваш муж? 26 лет мужу? Ничего себе. Круто быть королевой. Чё? Нормально. Остановить негодяя. Бенч. Хопа, 30 монет. Как у вас? А, вы уже отдавали, видимо, да? 3 монеты. Так, на танцы, короче, что, папа, какие-то епископы, а это епископ, это папа, все, просто они очень сильно похожи. На танцы, чтобы папа Луций и я могли провести больше, подождите. Мошка, лето убил, нет, не заметил. Времени вместе. Мое сердце выпрыгивает из груди от одной только мысли о том, что мы сможем соприкоснуться руками. Но по прибытии я замечаю, как ему докучает епископ Энри Ватикан. Этот мерзкий мужчина все бубнит и бубнит, не замечая, что Луций от этого только смущается. Так, доброта. Получает модификатор доброта. Шанс успеха происков. А его место. Ну сейчас, ну чё? Это что такое? Этот вариант открывает мне мой навык интриги. А что, у меня навык интриги большой, что ли, простите? Не маленький. Ну что, давайте распускать этих ребят. В принципе, ничем особо это и не добились. Я ожидал большего. Что тут такое? Распустить армию? Невозможно. А, понятно. Невозможно. Вас-то возможно распустить? Подождите, я хочу распустить армию. Вот. Какой у нас плюсик будет? По-моему, если у нас 3000 собрано, у нас плюс 7, это так-то нормально. Плюс 8,8, 8,9, солидно. Место в совете, маршал, так. Тут 14 есть какая-то, ваш вассал, давайте ее назначим. Я ничего не помню, что, где, кто, когда. Да и не важно это, я думаю. Сколько стоит, хотим ли мы вообще прокачивать провинции, если у нас все это пропадет? Сложно сказать, был бы тут плюс к скорости исследования, вот это да. Так нет, конечно. Крепость, может быть. Может быть, крепость сохранится. Крепость племени. Фортификации, все дела. Ополчение, горе. Ну, давайте улучшим 400, что? 200 и 400 престижа. Престиж очень сильно тратится. Что? Приветствую, мой сюзерен. Кто это? Вассал уберег. Ну, давайте, почту за это. Так, легкий голод. Что тут? Крошки, ну, короче, опять проценты, 5%, 67% мы можем, это может сработать. И, короче, мы получим престижик, отношения и набожность. Так. Получено мнение, а вы все срабатывает, так приятно, тю. Так, помнится мне, я прекращал воевать из-за того, что о нас начинали плохо думать наши вассалы. Вассалы, вы че, как все думаете, все? Долгоправление, абсолютно авторитет, доминирование мужчин, садизм. Так, а минус к отношениям из-за войны нету? Нету, походу. Тю, давайте воевать. С кем воюем? Так, Польша, привет, ты воюешь с кем-то. С кем-то ты воюешь? Ты воюешь, ну, между собой, да? 3000 у тебя солдат, это просто ни о чем. Просто ни о чем. Давайте попробуем за что-нибудь им войну объявить. Так, за что мы хотим войну? Наверняка за герцогство. Да? За герцогство. Ваши претензии есть какие-то? Короче, герцогство. Давайте потыкаем. Какая-то малая Польша. Совсем не малая. Нормальная такая. Мазовия, кстати. Мазовия нормальная. Волынь. Волынь поменьше, конечно, Мазовии. А тут всего две эти, да? Может, за Мазовию тогда? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, а может быть тут что-то такое есть? Ну, такое себе, конечно. Ну что, Мазовия, наверное, за Мазовин. Давайте что? Что, союзники? У них нет союзников. Приятно. Так, давайте сохраняться. Совсем забыл. Сейф 227.
2.2.7 и на стандартный. Что сохранение? Что не так? Сохранить игру. Все нормально. Католичество. Так, ну все, можно поехать, да? Так, друзья, где тут? Вот оно. Какие-то войны между собой у ребят. Ну что? Прости, прощай, дружище. Герцогство Мазовия, да? Мазовия. Все, все у нас хватает, они уступают два раза. Все, поехали. Я даже не восполнял войско. Так, поехали. Вот так вот сделали. Пир с другом. Ура, ура, уживительная дружба. Так, пополам сейчас вот так вот делаем и захватываем потихонечку, как неудобно. У меня тут мышка новая, старая у меня сломалась. Так жалко мне, вообще мышку жалко мою старую. Ну, теперь с мышкой неудобно как-то это все. А что интересно? Не, не, не интересно все это делать. Возвращение домой. Легендарный гуляка, подождите, это что? Это дипломатия плюс, интриги плюс, мнение персонажа со свойством гуляка, гуляки, плюс 20. Наверное, хорошая вещь. Кто нас кто-то в войну призывает? Союзники. Славония. Отдыхайте, славонцы. У нас тут своих войн вполне себе хватает. Стеклянный камень. Учености, услуги, что? Епископ. Давайте потратим денежки и ученость получим, как бы. Тоже полезная вещь, ученость. А влияние, я сейчас как не разберусь, как что-нибудь случится из-за влияния этого страшное. Так что не надо. Вот, смотрите, кто-то есть у нас. Прусский, этот, герцог. Хопа, ты у нас канцлер теперь. Интегрируй титул 35 лет. Угу, я все помню. Ребята даже не пытаются мне противостоять. Так, остается объектом. Завершает. Что? Когда Луций предложил мне походить вместе, у меня не было мысли отказываться. Нет в мире зрелища прекраснее, чем его потрясающий профиль, когда Луций в седле. Ну да, дед такой себе нормальный. Я пробираюсь через кустарник. Паш у стремени, гончий впереди, и кажется, она напала на след. Вдруг я слышу, где-то кричит мужчина. Я иду, любовь моя. Так. Проходит не больше минуты, которая мне кажется часом, и я добираюсь до опушки. Луций сидит на земле, взъерошенный и без оружия. Напротив него стоит медведь, уже готов к прыжку. Моя стрела бьет точно в цель. Зверь падает на землю. Мгновение Луций лишь безмолвно смотрит на происходящее. Но потом он бросается ко мне и падает в мои объятия. Я хочу быть с тобой, любовь моя, прямо здесь. Мне нужно чаще поцелуй. Папа Луций второй, и я поцелуемся. Престиж плюс. Возлежите на одном ложе. Ну, нам 62 года, как бы, только то, что мы возлежим. Ну, давайте. Прям здесь сейчас прям, это, престижик-то нам капнул. Нормально, нормально. Так, бежец. Это мы сделали. Давайте следующее. А как я так камеру поверну? Вот так, да? Ох, нифига, что можно? Смотрите. Оригинально, да? Опа, 6 тысяч. Подожди. Подожди, возвращайся, дружище. Угу. Ты как? Угу. Так, пытаемся. Так, опа, оп. И мы терпим поражение. Подождите, хорошие войска. Что-то у нас тут легкая пехота. Отпор, стрелки. Так, подождите, раненый сын, ничего нельзя сделать. Подожди, ага, и мы терпим тупо поражение дичайшее. Понятно. Что? Ваш муж умер. Понятно. Ваш сын и друг умер. Как страшно жить, все умирают. Подождите. Скоро смена конфессии. Кстати. Смена конфессии плюс. И что делать? Вопросик такой у меня теперь. 3000 у нас всего-навсего. У нас нету никого в браке. Что-то можно, допустим, союзик какой-то. В принципе, там мне особо нет разницы на кого. Капец, смотрите, есть, да? Какой-то. Гоп, капец. Плюс престиж все равно. Так. И хотелось бы призвать союзничков, да? Можно было бы так сделать? Причем, типа, вот их. Типа светлейшего дожа, да? Призвать войну. Они, типа, призываются. И вот Славония. Славония, простите меня, конечно. Простите меня. Призвать войну. Будет принято. Можем немножко потратить денежек. Что я и хочу сделать, как бы. Так.
кто, куда они сюда идут, да? Армия. Армия. Так, давайте вот этот отрядик сейчас наймем вот так вот. И еще один вот так вот. Все, 1400. Так, нормально. Так, вы все сюда, ребятки. Вот так вот делаем. И пошли. Поехали. Так, сейчас мы их будем разваливать, молодых людей. Сейчас потихонечку они же могут пополниться там все дела, да? Могут, да? Все, конечно, могут. Тю, ребят, секрет раскрыт. Что? Постыдная правда, моя знакомая простолюдин. Ее любовник, вождь. Нам правда насрать? Правда, серьезно насрать. Опа, развали ребятушек. Так. Так, ребятки, вы теперь... Так, готово. Мы плюсик, наверное, появим еще от крепости. Так, все. Смотрим. Поражение это не имеет никакого смысла, потому что мы тупо... А почему с командира нет, простите? Вот, пожалуйста. А кто-то у нас тут был на этот, на осаду. Ты не на осаду, случайно, длительность снабжения. О, длительная фаза осады. Но это мы, подожди. Мы хотим воевать на старости лет? Хотим, конечно. Тю, осаждаем, ребята. 6 месяцев, блин. Что было 6 месяцев, то что оно и стало. Именитый гость. Плевать. Ой, ёпкманах, подожди. Ай, ай, бо, ай. А-ха-ха. Ребята, вы не собираетесь там ко мне, нет? Простите. А почему у них столько войск? Они типа наемничков наняли, наверное, да? Что случилось у вас? Наемники, да. 1300. Да. Вы далеко, вы до столицы прямиком, да? Очень неприятно, ребят, скажу так. Нужно... Не идти в осаду, а их разваливать. Тогда уже хоть что-то будет получаться. Правильно я понимаю, да? Блин, максимум припасов, как неприятно. Так, подожди, командир. Командир должен быть самым жестким. Это не я, явно не я. Так, божественное видение. Помочь мне учености. Епископ учености, да? Опыт учености. Угу. Так, отказать, ребята, забудьте. Так. Более высокая подготовка у них почему-то. А ну да, более высокая. Подожди, мы сейчас нападаем на их крепость, да? И они сейчас будут обороняться в крепости. Ребята, на самом деле никакой войны не было. Вам, возможно, показалось, что-то было. Нет, не было войны. Неужели у них и правда было столько денег? 500, да. Да, деньги были у них явно. Ну что, все равно отдыхаем. Отдыхаем. Что тут? Налет? Не страшно. Отдыхаем, ребят. Пир с другом. Смотрите, чего можно. Попросить об отпущении грехов. Мы за это 418 потратим? Серьезно? О боже. Вот это да. Мудрость предложения, папа Луций, тогда мы с тобой любовники, мы бы и так бы договорились, ё-моё. Зато мы больше не братоубийцы, да? Это что-то страшное, ты как себя чувствуешь после этого, нет? Нормально? 2300, 26 месяцев монет. Нормально живем так-то, попросить золото. Принять. Хопа. Плюсик. Хорошо, а просить еще золото можно только... Ну, вообще не скоро, да? Ну, хоть так вот. Ну, блин, это меня удивило. Я, наверное, уже говорил, но я еще раз скажу, что мне не нравится. Смотрите, Хазария, да? Хазария, себе Хазария, но... Как бы... Обратите внимание, что сделано в Германии. Почему какие-то хазары тут уже... Кто тут? Померанская культура. Кто это? Западнославянская. У западных славян тут хазары что-то делают. Вообще непонятно, что они тут забыли. И самое неприятное, с ними придется, как, если мы захотим эту территорию захватывать, с ними придется как-то бороться. Также и с франками. По истории, никто бы, никогда бы, никаких этих в леса прибалтийские бы, никакие франки не пошли. Это вообще не нужно им совершенно, абсолютно. Как мы видим, у них тут своих проблем хватает. Ну, блин, как-то, не знаю, надеюсь, это как-то сбалансирует и переделают. Вот это я вам своими недовольствами поделился. Ну вот и Луций II как бы погиб. Ощущение присутствие в постели, осязаемое, все дела. Ну,
что погиб. Почему-то он умер под домашним арестом, пишется, но на самом деле он не под домашним арестом умер. А чего ты умер, дружище? Можно как-то посмотреть? Имя пророждения Ансель. Прикольно. Ой, сложно сказать, от чего он умер, но обычно, типа так пишется, под домашним арестом умер. Это когда, допустим, сыновья там в бою умирают. Но они же в бою умерли, а не под домашним арестом. Почему так? Я не представляю себе. Опа, перо сильнее меча. Библиотека в моем дворце представляет собой великолепное зрелище. Тысячи томов, книг и свитков. В ней содержатся знания, неизвестные почти никому. Она стала моей гордостью и одним из моих величайших достижений. Мы чтим, вспоминаем и цитируем слова мыслителей прошлого. Я мечтаю войти в их число. Пусть мои потомки запомнят меня под другим именем. Королева Кенна. Просвещенная, искательница правды, хронистка. И стыдитесь гордыни. Забудьте о прозвании. Прозвание. Прозвание, прозвище, эпитеты и прозвание. Это вторые имена. Так. Давайте просвещенная. Что это круто звучит. Просвещенная. А, я кто ты? Я просвещенная. Нормально. Я чисто хотел посмотреть, что у нас тут по древу семейному. Ну, что-то такое, да. Куча всяких детей, внуков. Как они появились, я вообще не понимаю. Почему-то такое дикое разнообразие боковых веток во вторых Крусейдерах не было никогда. Блестящая работа. Конфессия сменится. Так, хорошо. Теперь я знаю, что хочу. Смена конфессии тоже. И, допустим, вот здесь. Ятвия. Тем более, это наша земля. Это наша земля. Так, обратим внимание, сделано в Германии. Ху, что-то Польше очень все плохо, да? Видимо, кто-то что-то унаследовал, возможно. Хотя сомневаюсь в этом. Денег нету. Нету войск. Так. Это мы еще раз сохранимся и еще раз попробуем сейчас это все опрокинуть. Опрокинуть одним легким движением. Легким движением пальчика. Легким движением пальчика мы сейчас берем. Кстати, почему 5000 вот опять? Я что-то не понимаю, серьезно. Почему мне показывают 5000? Союзники. А союзник? У союзника все в порядке, кстати. Ой, давайте я сохранюсь. И если что, если все плохо... Не знаю, загружусь, как это обычно бывает. Давайте. Вот такая вот вышла серийка. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Всем спасибо за просмотр. Как-то.